Друзья, приветствую вас на своем канале, меня зовут Алексей. Сегодня записываем Веслог 2 Эсгамут. Не какой-нибудь, не синий Эсгамут. Эсгамут синий мы запишем уже вторым вариантом. Сегодня у нас Веслог 2 Эсгамут. И попробую еще дополнительно один профиль интересный с Эсгамут, потому как говорят, что у него достаточно интересная картинка. Записываю сейчас на Sony Zvi One. Ну, на мой взгляд, достаточно неплохая камера, удобная для блога. И записываю от одного источника света, то бишь от окна. Посмотреть, насколько, в принципе, интересная может быть картинка Веслог, потому как, на мой взгляд, HLG, она картинка, знаете, такая больше, наверное, чуть рисковатая. А как я говорил ранее в прошлых видео, я больше как-то люблю такую картинку помягче. Хотя, на самом деле, можно и на посте, собственно, подубрать тот самый пресловутый контраст. Но, тем не менее, хотелось бы как-то бы сразу сделать, в одночасье загрузить, быстро сделать обработку и особо не париться. Поэтому, еще раз, Эсгамут, Веслог 2. Давайте попробуем переключиться на Эсгамут синий. Итак, друзья, сейчас я записываю Веслог 2, Эсгамут синий. И по настройкам, что у меня стоит? У меня стоит 4К, 25 кадров, 1/50. Так как я записываю в помещении, и еще раз повторюсь, от одного источника света, в помещении более-менее темно, поэтому поставил 6200 баланс белого, посмотреть. ISO у меня, естественно, стоит в автомате, но, соответственно, тот, что требует непосредственно сам Веслог. То есть, если будет повышаться, там, либо понижаться, оно это будет делать автоматически, для того, чтобы можно было хоть как-то более-менее корректировать свет от солнца, которого сегодня, собственно, нет, и погода так себе. Но вот так, в общем, выглядит сама картинка. Что вы скажете по этому поводу? И давайте еще один попробуем, третий профиль, посмотрим, как же он будет выглядеть. Ну и потом еще раз покажу вам настроечки. Итак, друзья, ну и третий вариант, это у нас идет также Веслог 2, но я попробовал поставить цветовой режим, выбрал Matrix 709. То есть это разновидность собственно BT-709. Сказать, что, наверное, у него больше, там меньше цветовой диапазон, наверное, особо нет. Тут больше зависит от цветового пространства Веслог. Но, тем не менее, вроде он как бы более-менее для, скажем, записи в помещении считается нормальным и вроде как бы подгоняет скинтон. Но понятно, что предыдущего поколения фотоаппараты, они все равно, если мы будем смотреть на линию скинтона того же DaVinci Resolve либо Adobe Premiere, то у нас будет она смещаться чуть-чуть в мадженту, и где-то там процентов, наверное, на 5 можно будет поправлять. И здесь, собственно, тоже придется, потому как Zvi One, Sony Zvi One, тому не исключение, и отсюда чуть-чуть придется подкорректировать. Но это все равно как бы не столь страшно, это, собственно, дело там 2-3 ползунков или там 2-3 движений для того, чтобы получить нормальный скинтон. Ну и вот, собственно, такая вот картинка. Что вы скажете по всем трем картинкам, какое ваше мнение, напишите внизу в комментариях.